Топ-3 модных тренда этого сезона. Первое – классика. Одним из главных трендов этого сезона является классический крой и классические текстуры. Добавляйте галстуки в ваши образы, носите пиджаки с объемными плечами, а также добавляйте приталенные платья. Да, приталенность вернулась, но в более свободном и современном виде, не в обтяжку. Второе – многослойность. Создавать красивые, интересные образы, используя разные слои текстуры – это еще одна фишка этого сезона. Экспериментируйте с разными красивыми материалами, например, фактурная вязка, эко-кожа, вельвет, твид. Это все очень и очень красиво смотрится. Образ строите, добавляя вторым слоем кардиганы, жилетки, пальто. Наверх можно повязать красивый шарф. Это придаст вашему стилю уникальность. Третье – бежевые и коричневые оттенки. С такими оттенками любой образ будет выглядеть просто роскошно, тем более, что они особенно актуальны. Составляйте монохромные образы, так вы точно не ошибетесь. Больше советов смотри у меня в профиле.